Всем привет! Это футбольные истории, 65-я часть, ученица Мессинга, 12-я серия. Я продолжаю знакомить вас с удивительными, невероятными вещами, произошедшими в реальной жизни. Сейчас вы будете становиться свидетелями следующих событий. В 2009 году будет сделан кадр на Дворцовой площади Санкт-Петербурга. На кадре видно и понятно, как человек с Востока, он же автор книги, в которой будут моменты о свершившихся событиях в будущем, прогуливается по Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. В кадре герои книги не будут запечатлены на фоне Александровской колонны. Это все будет повторено в фильме «Ученица Мессинга». Давайте посмотрим. По кадру фильма «Ученица Мессинга» видно и понятно, как человек с Востока, автор книги, в которой будут моменты о свершившихся событиях в будущем, прогуливается по Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. В кадре герои фильма не будут запечатлены на фоне Александровской колонны. Интересным моментом будет то, что съемка кадров из фильма и реальной жизни будет произведена практически с одного места – только в разных направлениях. На этом пока все. Всем всего доброго и ждите новых сенсаций и чудес.